Всем привет! Всем привет! Сегодня я опять поехала в магазин, как он называется? Лавина Молл. И опять накупила вещей. Ну, чуть-чуть, да? Вот. Поехала я за сумкой целенаправленно в магазин Кроп. Вот. Вот такой магазин. Вот кудочек от него. И сумочка такая, она шопер, да, называется? Ну да, для шопинга. Ну, типа, я давно хотела такую, видишь, плохо видно очень. Давно хотела такую сумку, вот она, с кисточками, с такими. Обычная черная сумка, классическая, матовая. Матовая, и здесь именно классная внутренность. А, да, она очень яркая. Значит, внутри. Во-первых, хорошая подкладка. Можешь ближе показать? Вот, да. Вот такая подкладочка. Значит, средний кармашек закрывается на молнию. И здесь еще два кармана по бокам идет. Вот угу. Один карман, и вот второй карман. Вот. То есть она очень вместительная, и еще классно в ней. Во-первых, она не имеет запаха. Она такая, как кожа, такая, знаешь, как свиная хорошая кожа. И у нее вот здесь вот дно есть твердое. Потому что часто эти сумки, они. Я так вот сниму, чуть-чуть, чтобы кожу видно было. Да, такая сумочка, она стоила до распродажи 700 гривен, сейчас она стоит 300 гривен. И я ее забрала последнюю там. Там есть похожие, но не такие. Можешь показать чуть-чуть, как она на мне смотрится. Она не будет видно. Я в черной футболке. Может, на тебя одеть, показать? Да, я... Вот. Давай, так. Вот так вот смотрится сумочка. Ну, это хорош. Так, чисто не на руку, не вот так, а на плече носить. Не, ну так можно с ней ходить, чего ж, так можно ходить. Ну так можно, да. Ну она длинноватая все-таки. Ну я хотела чуть короче, но короче нету. Либо ручки тогда тонкие, ну, это такие шо, совсем. Он должен быть такой. Я хочу такую, мне надо ездить в поликлинику, чтобы сюда карточки помещались. Стоила она 700 гривен. Да. И в этот, господи, как он, всякие Киевэнерго и все прочее. Документы, да, документы возить. Короче, сюда, чтобы бутерброды положить, бутылку воды, салфетки. Так, зашла в магазин Минисо. Опять я, не знаю, где показать его название. Вам вот такое название. Но я уже показывала покупки с этого магазина. В прошлый раз мы купили вот такую сумочку, так как черной не было. Такое, она тут бордовая, на самом деле она винного цвета. Ну, красивая. Это марсала цвет называется. В этот раз опять появились черные. В прошлый раз была последняя, нам ее не пробили. Повезло нам. И, конечно же, я ее бегом просто схватила. Вот. Сумочка стоила 85 гривен. 89. Там нету цены. Там все с девятками. По-моему, ну, неважно. 89-85. Вот. Я хотела в прошлый раз черную. В принципе, я и не против винной. И, возможно, я посмотрю, буду пользоваться. Возможно, я еще поеду, возьму себе там такая розовая, пудрово-розовая. Пудровая. Вот, на лето. Возможно. Очень классно. Покажи опять я на черном. Давай на мне. У меня красная футболка огромная. Да, давай. Так, давай. А вы не подумайте, она не в трусах, в шортах. Да, я в шортах. Ну, я просто по-домашнему одета. Да. Я не рассчитывала на видео. Короче, вот такая сумочка. Ну, я уже показывала, она на подкладке внутри идет. Здесь ручка. Ну, очень хорошая, вместительная. Супер вообще. Все помещается, дочка проверяла. У меня помещается кошелек небольшой, портативка огромная. Удостоверение, кошелек, ну, как паспорт, телефон помещается. Большой пятерка, да? Да, ну еще можно каких-то мелочей напихать. Салфетки поместятся тоже. Так. Ну, хорошая, вместительная. Дальше. Дальше из этого магазина вот такие крючки я взяла. Отсвечивают вот так вот. Они прозрачные. И здесь вот нарисовано, для чего они нужны. Они крепятся на обои. Ну, то есть их не видно. И за счет того, что они прозрачные, они на двухстороннем скотче. Для каких-то мелочей, в принципе, я взяла либо картинки какие-то повесить, фотографии. Ну, возможно, нет. Ну, можно попробовать. Да, наверное, подойдет.
для фотографий. Да, если крючочек да, какой-то. Да, больше у меня даже, вот у меня есть на батарейках гирлянда, возможно, я у себя над стеной повешу гирлянду. А можно у вас повесить, если вы хотите. Нет. Вот такая вот штука стоит 29 гривен. Я считаю, круто. Все равно с Китая дешевле не закажешь. Да. Вот. Тем более, такого я еще не видела. Да. Следующий так, магазин его... Резервит. Да, это всем известный магазин. Да, Резервит. Скинула дочке фотографию, и она дала добро, сказала брать. Вот такой вот рюкзачок. Опять на себе не буду показывать. На фоне давай. Меня? Все на фоне что тебя. Же? Он меховой. Вот вблизи покажу. Значит, здесь большой карман идет внутри. Ну, так просто он накрытый, карман. Да, кармашек. Все огромный. И внутри большой карман. Тут что на по подклад. Карманам? Тут карман идет, потом вот тут на вот этой стенке два кармана таких открытых. И сам он, ну такой не маленький, среднего размера. Да. Закрыла мама. Вот среднего лямки размера. Лямки спортзаменителя идут. За те деньги, которые рюкзаки сейчас продаются, да. Вообще он стоил 650, сейчас 300 гривен. Сейчас нигде не найдешь магазин за 300 резервит. Гривен рюкзак. Да, есть магазин, в принципе, хороший, да, неплохой. Ну, хороший магазин. Да. И вот эта штука не торчит, видишь, да, она да, ложится. Да, как я и хотела. Вот, вот потому вот. Что мы зашли... Он куда очень зашли? Мягкий, очень. В Сивайкике. Да, в Сивайкике мне тоже понравился очень рюкзак. Черный и стёганый да, такой тканевый. Да. Вот, но у него он какой-то вот стоячий, сильно жесткий. Короче, он не мягкий, а этот да. Такой меховой. Этот ну, вообще классный. Короче, на лето он не очень, наверное, подойдет. А весна, но осень и зима, в принципе. А может, тебе он на лето и не надо? Я будет. Или сумки, или маленький. А зачем тебе на лето? Тебе же для школы себе. Надо, правильно? Ну, в принципе. В основном. И зимой в основном надо что-то одеть, чтобы удобно было, да. Правильно? У меня сумок сейчас ну. Только, так что. А летом нет, маленькую сумочку взяла, да и все. Куда мы там летом обсуждаем? А если мы на природу едем, так нам, ну... Ну, у меня другой рюкзак. Да, можно взять другой. Ну, короче, классно. Сзади вот тут еще даже не пластмассовые, а железные эти штуки тоже очень хорошо. Серебро? Да, серебро, мне нравится. Да, и давай своих манипусеньких этих. Так, а куда я их положила? Не знаю, давай пойдем. Ой, я закрыла. Так, уже я не знаю, куда я их положила. Вообще. Ты же в руке держала, может, тут там вот? Вон они. Всё. Так, давай, показывай. Так. Так, магазин этот. Ой, а где Виталинкина еще штучка эта? Какая? Ну, это вот, что я ей на шее купила. А, вот а, она. Да. Магазин Монпансье. Я зашла по дороге. Это уже в Дримтауне была. Взяла. Ой, улетел. Взяла, а тут его нету. Выпало. А, вот у нас. Кстати, короче, взяла вот такую велюровую ленту для Виталинки и вот совунью. Она не вешается, она вот тут вот как она пуговичка. Как я пришью ей сюда на ленту и сделаю застежки, будет у нее чокер. У нее был с совуньей, но он уже старый стал. Да, он с обычной ленты. Да. Веронички я взяла за сколько? 14 да, гривен. 14. Она очень любит единорожек, самоклеющийся такой термо. За 14 гривен. Были там и побольше разные, там, ну, цены разные. И целый был, ну, маленького пока взяла на пробу. Вот. И... Так, он уж не отсвечивал. Да. Нет, не могу. Бочком, вот так вот. Вот так, да. Красиво. И магазин Стиль Эволюшн, да, он называется. Но, короче, там все из стали. Медицинские, медицинская сталь. Ой. Много для пирсинга, да, там пирсинг, всего. Там и пробивают. Да, да, пирсинг. Да. Такой магазинчик. Растяжки. У нас там такие уже вот. Сережечки были. Ну, это третья пара уже. Это пирсинг сережки. Четвертая. Веронике очень нравятся они, потому что они пластмассовые. В них уши не болят. Даже не из-за того, что они пластмассовые, из-за того, что они не острые. На они концах. Не острые, потому что они закручиваются вот такими вот пимпочками. Они вот с двух сторон. Давай, вот так закрываются. Сейчас покажу.
то у меня уже третья пара, одни розовые, вторые у меня, даже у меня две пары белые, есть. Белые, розовые, но они не белые, они как разноцветные. Да, но они отсвечивают разные цвета. Хамелеон, это цветами. Сваровски называется у них. Кстати, железные там есть такие же, я бы себе взяла, но они дорогучие очень сильно даже. В общем, мама пошла в этот магазин, потому что я потеряла все нахрячек. Блин, как его показать? Вот тут нахрячек, все сережки я потеряла, у меня все повыпадали. Сейчас покажу, если обидно. Будет видно. Ой, а где? Куда пока? Вот оно как винтик закручивается. Не, оно из-за вспышки. О, ну короче. Вот, и вот эта вот штучка, она накручивается. Давай я сейчас накручу и покажу, да, просто. Давай. И когда она вот так накручивается, получается, что когда вы спите, оно не, ну, не давит. Не давит вот сюда вот она в шею. Она не мулит. Не мулит, ничего. Уши не гниют. Короче, для пирсинга ничего. Тоже можно использовать сережки для обычной. Видите, она так блестит, очень красиво. Голубых еще не было. Тебе должно быть очень красиво с голубым. Я не ношу сейчас туда сережки. Ну, давай. Посмотрим, как оно. У тебя же дырка заросла. Mm-mm. Больно? Mm-mm. Они такие толстенькие, хорошо, кстати, и дырочка не... Знаете, есть сережки, они манюнькие, тоненькие, и потом дырочка маленькая за счет них становится. Вот так закручиваете их. Конечно, их потерять можно. Вот, ну, все сережки теряются. Вот, и вот так вот они смотрятся. Очень красиво. Тебе идут голубые очень. Они летние такие, красиво. Очень легкие. Не мулят, я сплю. А у тебя тебе пооставались какие-то? Да. По одной? Или есть у по меня две? Три белых и две розовых. Ну, красиво, можно я комбинировать. Я все потеряла сережки. Ну, эти не есть и хорошо. Да. Вот, ну хрящ бы еще купить все это были... или заказать. Это все покупки, а да? Все... Больше ж ничего не купила. Да, я думаю, нет. Больше всего я довольна вот этими вот сумочками. Мама теперь будет менять их. Ну что, ты же хотела бордовую блузку. Да, ну я все время еще примеряю, но на зиму мне как теряется, типа на больших ну, куртках. На лето. И вот эта сумочка, все-таки я ей довольна, очень класс. Все? Да, все. На этом все. Мы болеем. Вероничку сегодня забрала со школы, так что сейчас не знаю, буду снимать, не буду. Сегодня я вам уже выставляла видео одно. Не может. Это завтра выставить, не знаю. Растянуть удовольствие. А то у меня там еще одно висит. Тоже видео. А тут что у меня за сережка? Розовая. О, вот такая же розовая, кстати, да. Видно? Да, я думаю, видно. Так. А ну, покажи. Да, видно. Красивые очень эти сережечки. Они даже в жизни еще красивее, чем на камере. Все, всех люблю, целую. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Всем пока. Пока-пока.